Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет, как всегда, сжатый ролик, минут на 5. Так что досмотрите до конца, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, если будут вопросы, задайте комментарий. Вот. А что могу сказать по тому, как вот сделал, когда опустил аэратор в воду, так это то, что вода чуть-чуть стала чище. Я смотрю по трубкам, которые спускаются вниз, да? Вот. По мальку, который начал активно шнырять по поверхности, что-то там искать, поедать. Вот. Также сейчас сидел на стульчике в плюс 45 здесь, в теплице. И что думал? Вот у меня огурцы, да? Они вот так будут подниматься и идти вот так сверху. Я в следующем году сделаю все наоборот. Вот видите, у меня здесь тень, да? У меня солнце вот здесь. Соответственно, я огурцы посажу вот здесь, по этой стороне, во всю длину, чтобы они, когда вырастали, они вот здесь проходили и создавали тень над прудом, вот, чтобы снизить нагрузку на воду, потому что с утра до вечера здесь прямое попадание солнца, плюс через поликарбонат, ну, короче, ад страшный. И плюс, когда огурцы вот так будут проходить, да, вот здесь, здесь снизится температура, то есть не будет так нагреваться та же самая плитка, да. Ну, стою, капает все с меня, жара тут. Вот. А все помидоры, я помидоры, перец по этой стороне пущу. Или по этой. Ну, то есть, надо посмотреть, по какой стороне. Ну вот я хотел сказать про конкретно огурцы, потому что они будут расти с этой стороны, это 1000%. Вот, что я еще чуть-чуть поменял, это я отпустил веревку, от этого кольца она здесь была, веревка так. Вот почему? Потому что она и так нормально плавает, она удерживается об штырек этот и никуда не девается. Как видите, да, корм внутри и никуда в сторону он не уплывает. Может, одна-две штуки где-то плавают. И плюс вот такой вот, вот налет, если, не знаю, видно, не видно через камеру. Вот, такой маслянистый налет, а рядом нету, за кругом. Вот. Такие вот дела. Рыба кушает, как, периодически. Как захотела, подплыла, кушает. Малек очень редко подплывает. То есть малек очень быстро растет, но все равно не с утра до вечера сидит там возле кормушки и ест. В основе что-то по поверхности собирает и со стенок. Вот. А так как я убрал аэратор сюда, да, компрессор, вот, у меня теперь здесь как отстойник будет. То есть у меня для загрузки вот по этот уровень, да, вот эта вся часть 500 литров. Вот, я думаю, даже может еще закупить литров 300 или 400 для загрузки, чтобы она полностью без загрузки была. И пускай там развиваются всякие анаэробные бактерии. Здесь будут аэробные. Здесь анаэробные, как отстойник, вот, пройдя механическую очистку, там коврики еще, небольшая рация, и все, она будет вот здесь так стоять. В планах, конечно, ее еще чем-то укрыть, чтобы свет вообще не попадал, либо покрасить ее, да, сверху закрыть. Я, может, даже куплю пленку обычную черную, укрывную, и просто его оберну, так колпак сделаю сверху на него. И одну дырку оставлю, чтобы с него стекало туда. И все. Чтобы не развивались здесь бактерии, которым нужен кислород. Ой, которым нужен свет. О, так что такие дела. Клубника вон там развивается на полную. Здесь тоже вон. Вот ус. От него еще один ус. О, куст такой плотный стал. Ну, короче, везде усы. Усы. Вон сколько усов. Сейчас надо стаканчики поставить с водой, чтобы корни давало. Вот, так что такие вот дела у меня. Все нормально, все идет. Будем ждать результатов по такому эксперименту. Все, спасибо за внимание. Если остались вопросы, обязательно задавайте, с удовольствием отвечу. И увидимся в новых видео. Всем пока!